Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Ради бачити в нашій студії заслуженого будівельника України, екс-віцемера Одеси Михайла Кучка. Пане Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. Говоримо сьогодні про Одесу напередодні місцевих виборів. Дуже багато говориться про те, що Одеса – сучасне європейське місто, місто 21-го сторіччя. Але я дивлюсь, і дуже багато питань виникає щодо того, як розвивається у нас сфера ЖКГ, наприклад. Нещодавно у нас, ну, яскравий приклад, нещодавно завершився у нас ремонт на вулиці Канатній, черговий ремонт. Міська влада обіцяє, що 30 років нічого там більше не буде ремонтуватися. Але в мене питання. Є такі вулиці, яка нинішня мерія перекопує кожен рік. Чому так відбувається? Да, якщо ви пам'ятаєте, була така вулиця, перекопали, копали кожен год Сігетська. Зараз Сігетську забили, дійсно, зробили хорошо теплотрасу, перестали копати Сігетську, зайнялись канатами. Ну, ви знаєте, система ЖКХ, яка сьогодні є, не тільки в нашому місті, а взагалі в країні, она требует очень пристального внимания. Очень. Трубы изнашиваются. Больше 80% всех коммуникаций изношены. Никто их не меняет. Их только латают постоянно. И, честно говоря, сегодня такого министерства ЖКХ вообще нет. Раньше хоть было министерство регионального развития, там было министерство ЖКХ, когда-то раньше вообще было министерство, потом пополам поделили. А сегодня, ну, честно говоря, в масштабах страны заниматься некому. Поотдавали в частные руки. В частные руки отдали, как вы знаете, в Одессе, отдали в Киеве. Везде поотдавали в частные руки и считают, что они умыли руки, отдав в частные руки. Это колоссальная проблема. И я даже хочу сказать не только о системе ЖКХ. Я вас сказал о том, насколько сегодня одесситов, да и всех в нашей стране волнуют тарифы. Знаете, мы можем немножко по тарифу поговорить, да, с вами? Изучаем. Вы понимаете, тарифы, надо понимать, откуда они берутся и как они считаются. У меня есть четкое мнение, я точно знаю, что население заставляют переплачивать. И переплачивать много. И это не только касается тарифов на электроэнергию, это тарифы и на газ, и на электроэнергию, и на тепло, и на воду, и на канализацию, вот на все. Возьмите такие вот два примера. ТЭЦ. Одесская ТЭЦ. Котлам 50-60 лет. Все об этом знают. Десятилетие Одесская мэрия. В разных созывах разные мэры были, разные были составы городского совета. Просили министерство, кому принадлежит ТЭЦ, отдайте ТЭЦ городу. Город сам займется, она убыточная у вас, она не вырабатывает тепло. Котлы, которым 50 лет, они КПД не имеют. То есть огромные затраты на газ, на то, чтобы затопить эти котлы, и очень маленький выход тепла. Отдайте городу, город вложит свои деньги, возьмет конденсационные технологии, построит новую котельную. Ведь она отапливает 300 с чем-то тысяч населения Одессы, весь центр города. Министерство не отдавало и не отдает. Почему? Выгодно. Кто-то на этом, даже при том, что вот такое вот старье все, кто-то на этом умудряется все равно зарабатывать. Конечно, тарифы будут очень высокие, потому что надо же и оплатить этот расход и газа, надо дать кому-то там еще заработать, и надо выставить эти тарифы. Возьмите тарифы на ту же самую воду и канализацию. Да? В 2003 году мы отдали всю систему, которую строили одесситы многих поколений, мы отдали в аренду Инфоксу. Частная структура. У них свои, понятно, у них свои планы, свои идеи. Они постоянно поднимают тариф. То есть, если становится невыгодно, то есть люди не платят, люди мало платят, не хватает для того, чтобы погасить затраты на использование, откажитесь от аренды. То есть отдайте городу, скажите, ну невыгодно нам эксплуатировать вашу систему. Не отказываются и не откажутся никогда. Потому что все равно тарифы завышены. И тем, кто сегодня берет с одесситов, со всех, с потребителей вот эти вот тарифы по этим тарифам, поэтому и они получают доходы, а люди нищают. Возьмите НКРЕ, которая сегодня определяет основные тарифы. При Порошенко там был его там какой-то руководитель с завода «Рошен». То есть не главное, чтобы ты был специалист по ЖКХ. Главное, чтобы ты хорошо умел считать деньги. Вот они все и считают деньги, которые зарабатывают на нашем населении. Кстати, вот я хочу вам сказать, что вот
Ну, я чуть-чуть перейду к рекламе, учитывая, что все-таки основные специалисты сегодня я вижу только в партии оппозиционной платформы «За жизнь». И в, причем и в масштабах Украины, и в масштабах Одессы. Эти люди, которые, они умеют заниматься ЖКХ, они знают, как тогда посчитать тариф, они смогут отстоять понижение тарифа. Это единственная партия, которая сможет понизить тарифы. Не поднять, не пойти потом развести руками, сказать, ну вот тут расчеты показывают, что надо поднимать, а именно снизить эти тарифы. То есть мы знаем, как это сделать. Таке питання, ось ми говоримо на щодо проблем такого державного рівня, але ж не все стикається до рішення там парламенту, Кабміну, різних там органів. Є проблеми, з якими може впоруватися і мерія. Ну, давайте візьмемо приклад забудови. Забудови в схилі, забудови в центрі. Тобто знову потрібно показати там то Київ, то не ми. Ну як же так? Ну, розумієте, що стосується застройки, то я хочу сказать, что все, что строится в Одессе, это нам не дали команду с Киева. Это разрешила наша мэрия. Различными какими-то своими структурами, но без подписи наших одесских структур никто ничего строить бы в Одессе не стал бы и не мог бы строить. Ни Министерство обороны на своих землях, ни любая другая структура в Одессу без согласия, без документов, которые сделают одесские структуры, не может строить. Теперь, что касается застройки. Я противник вот этой огромной застройки этими монстрами, этими огромными высотными зданиями. Я категорически противник, и работая в Одессе, всегда старался как можно ниже опустить любое здание, которое хотело строиться. Ну, понимал еще, что для Одессы, ну, 8-9 этажей – это тот максимум, который может быть где-то вокруг. Даже не в самом центре, а вокруг центра. Но каких-нибудь там 12-15, может быть, там на окраинах, где-то в спальных районах. Но эти вот монстры по 27 этажей. Но дело даже не в том, какой высоты здания. Тут еще вопрос в другом. Вот застроили, допустим, Генуэску, да? Бывший санаторий «Дружба», застроили огромным количеством высотного жилья. Много там квартир, тысячи, тысячи и тысячи квартир. А что получил бюджет? Вот, что в бюджете, вот строчка в бюджете, что-то, вот что-то пришло за то, что одесситы потеряли возможность нормально проехать мимо, потеряли зеленые насаждения, получили вот эту огромную застройку, ну, можно было бы сослаться там, знаете, вот бюджет получил миллиарды, и на эти миллиарды мы построили школы, больницы, там, детские сады, купили автобусы, троллейбусы. Вот именно с этой стройки, то есть любой стройки, бюджет не получает ни копейки. То есть они все строят, получают какую-то прибыль на свои счета, такие и такие, а город не получает ни копейки. То есть горожане не могут сказать, что вот мы за это мы что-то получили. Не говоря что про квартиры. Когда-то раньше любая стройка отмечалась в бюджете строчкой, где было написано, что вот за этот дом, где построили там 200 квартир, город получил там 25-30 квартир для своих людей, которые имеют право на получение жилья, для аварийщиков, для отселенцев и какие-то суммы денег. Этого всего нет. Возникает вопрос, а зачем это все строится? Для кого это? Убили наши дороги. Тяжелой техникой сначала убили, когда строили, а потом и город за свои деньги вынужден ремонтировать эти дороги, а затем сейчас убивают наши дороги тем, что с каждой стройки вылезает по 500-600 машин на дороге, и проехать будет невозможно. И вот, вот эта застройка хаотичная, ей надо, конечно, остановить эту застройку. Но опять же вопрос профессионализма. Как ее остановить? Ведь не секрет же в том, что огромное количество будущих строек, я обращаю внимание, вот, допустим, там наши депутаты, которые говорят, мы положим мораторий, или наложим, или положим мораторий, мы, значит, наложим мораторий на будущее строительство. А как? Если сегодня целый ряд объектов, и много их, уже имеют весь пакет документов, уже отведена земля, уже архитектура согласовала новое строительство. И по закону уже, я даже не представляю, что они смогут сделать. Вот у нас будет по закону застраиваться дом отдыха «Мирный». Да, вот это вот Каманина, литературная, вот эта зеленая зона оставшаяся, будет застраиваться уже новым объектом. Его пока не видно. Это только пока видят специалисты. Но это же документы уже отданы. Значит, пройдет еще 2-3 месяца, и они начнут там строить. Надо же думать не как положить мораторий
на будущую застройку, а остановить те документы, которые уже выданы прошлым составом. Михайло, ви йдете в міську раду, йдете з колегами, однопартійцями. Я вважаю, що є механізми, як протидіяти цьому, ну, змінювати ситуацію, ну, в інший бік, щоб містяни, взагалі Одеса, ну, дійсно було таким комфортним європейським містом 21-го сторіччя, те, чому ми говоримо. Да, я еще раз повторюсь, что вот оппозиционная платформа, которая сегодня идет в городской совет, мы надеемся получить достаточное количество голосов, чтобы не остаться в городском совете наблюдателями. Ведь не секрет же, что я вот был депутатом областного совета, правили совершенно другие партии, мы сидели в областном совете. Голосовал я или не голосовал, от этого толку не было, потому что большинство, так называемое монобольшинство, нажимало свои кнопочки. Слава Богу, в Верховной Раде монобольшинство начинает уже ломаться. Уже его нет, уже люди начинают задумываться. Вот мы согласились с хорошими идеями, правильными идеями. Мы проголосовали за кампанию Зеленского, и я голосовал за него. Но к чему мы добились? Пришли люди, не специалисты, не профессионалы. Может, они и хотят сделать хорошо, они не знают как. И это большая катастрофа для и в целом для страны, и для каждого региона. Перші кроки, які будете пропонувати саме ви, як, ну, досвідчений фахівець, взагалі життя Одеси? У вас є досвід? Працювали все ж таки? Є що радити? Ось є що. Є, звісно. Ну, я більше все-таки спеціаліст в будівництві, і тому можу говорити тільки поки об этом. Я хочу сказать, что необходимо не только наложить мораторий на всяческую застройку центра города, но только наложить мораторий на застройку склонов в том числе, тем более жилыми домами под маркой апартаментов. Сегодня придумали тоже еще одну вещь. Вроде бы сдают документы, получают экспертизу, что это будет отель, а на самом деле это 200-300 квартир и паркинг на 50 мест. То специалисты это видят. То есть я считаю, надо не только наложить мораторий на это, но и надо остановить то, что может у нас вылезти еще в ближайшее время. А оно будет вылезать каждый раз. То есть нужна серьезная юридическая служба. Нужны те специалисты, которые не пропустят. Это и в архитектуре, это во всех отраслях надо останавливать вот этот вот беспредел, который ничего не приносит одесситам и одни только проблемы. Любая стройка должна принести радость людям. И там должны жить люди, и люди не должны бегать и искать, куда пойти в школу. Надо строить детские сады, надо строить новые школы. Еще полсекунды займу ваше внимание. Застраивался пятый городок вот на Говорова. И там все дома, которые там строили, мало того, что они военным обязаны были дать квартиры, и мы смотрели, чтобы не давали военным квартиры, мы еще за счет этих застройщиков сделали каркас здания вот этого европейского лицея. Там нет ни копейки бюджетных средств. То есть мы поставили за деньги застройщиков, мы построили корпус этой школы, не до конца, мы не успели закончить, но без копейки бюджета. А потом бюджет потратил 200 миллионов на ее достройку. Знаєте, от так бути не повинно. Ну, я знаю, що взагалом ми говоримо правильні речі, а є і такі скептики, які скажуть, ну що ж ми вже хапаємося за голову, все місто продане. Клаптик землі невільний, тут комусь здали, і все. Да, що вже? Да, а я об этом і говорю. Что все, весь город уже разделен на эти кусочки. Конечно. За многими кусочками уже есть проекты. И вот эти проекты еще будут появляться. И сегодня колоссальная работа ждет Одесскую мэрию. Пересмотр всех решений. Ну, там, где уже дом построен, там, где уже стоит 27 этажей и сверху птичка, никуда вы уже от него не денетесь. Все равно надо строить этим людям какую-то дорогу за счет города. Надо строить какую-то опять новую школу, надо строить детский садик. Ну, деваться уже некуда. А там, где еще пока не копнули котлован, там надо срочно все останавливать. И надо работать с бумагами, с документами, смотреть, что это. І це колосальна робота, яка вроді би не буде видно, але її необхідно робити. Як експерт-будівельник хочу поставити питання, от як вам, як експерту, і взагалі як ви, ваша політична сила відноситься до ідеї, ну, так званої Великої Одеси, коли будуватися житло має не в центрі, не на схилах, а ось там на півночі Одеси, там, де вже починаються там інші райони, ну, Одеська область, Одеса закінчується. Ви знаєте, чи не привабливо?
Я объясню ситуацию. Вы понимаете, дело в том, что, к сожалению, упустили момент. И был такой момент, когда можно было увеличить черту города. Для чего? Не для того, чтобы хапануть какие-то еще территории. Для того, чтобы запретить на тех территориях делать то, что делают там сегодня. Каждый сельский совет, примыкающий к городу, мы имеем такие проблемы. Радужный, мы имеем такие проблемы на 7-м километре, мы имеем такие проблемы в районе поселка Котовского. Застраивают эти территории, ничего не принося никакого плюса в наши коммунальные службы, в развитии инфраструктуры. Ни одной школы они не построили, ни одного детского садика. На наши дороги садятся, распродают эту землю в интересах, извините, маленьких поселковых советов. Ну, и я не говорю там про больше. И они в интересах этих поселков раздают территории. Этого нельзя было делать категорически. Надо было объединить, сделать большую Одессу и городу, архитекторам, специалистам определить, где что можно строить. В Одессе это реконструкция Молдаванки, это реконструкция Пересыпи, это какие-то дополнительные дороги надо строить. Ну как же можно строить сегодня поселок Котовского в таком огромном масштабе, увеличивая его территорию, имея одну дорогу? И сегодня люди с поселка Котовского в город, это проблема, по часу, по полтора они пытаются ехать. Нет транспорта соответствующего, а всего лишь-то построить еще одну кружную дорогу. И тогда можно говорить о том, что надо развивать другие территории. На Таирово сегодня две дороги уже забиты, надо что-то делать. Понимаете, это сложнейшая задача, которая подсильна только специалистам. Просто если люди, хорошие люди, любят Одессу, но не знают, как это сделать, это большая проблема будет. Тобто цими питаннями ви маєте зайнятися в новому вже? Ну, будемо надіятися, що да. Успіхів вам, пане Михайло, вашим колегам. Дійсно, ми піднімали важливі питання для Одеси. Мало хто задумується, але вже майбутнє наступає вже сьогодні. Потрібно дійсно вирішувати ці негайні питання. Дякую, пане Михайло, вам за відверту розмову. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.